Крым наш. Этот лозунг сегодня особенно актуален. 2 года назад прошел референдум о статусе полуострова. По его результатам состоялось воссоединение с Российской Федерацией. Был образован новый федеральный округ – Крымский. Это событие стало одним из значимых в новейшей истории. Важным оно стало и для спортсменов полуострова. У них появилась возможность выступать на российской арене. Некоторые из них попробуют свои силы уже завтра, причем на чувашской земле. 17 марта в Новочебоксарском спортивном комплексе пройдет ежегодный открытый турнир по вольной борьбе среди девушек на призы чемпионок мира и Европы сестер-близнецов Ольги и Натальи Смирновых. Соревнования проходят 4-й год подряд, собирая юных участниц из разных регионов страны. В этом году в турнире дебютируют и представительницы Крыма. Сравнивая те года и эти года, хочется отметить, да, нам больше уделяет внимание, нам есть к чему стремиться. Просто мы были и в Якутии, и в Бурятии, поездили в прошлом году. Россия большая, и девочек, участвующих, много. Вот. Поэтому нам с нашими девочками есть к чему стремиться, есть над чем работать. Рады новым участницам и местные тренеры. Девочки, я скажу, они перспективные, молодые, так как они раньше выступали за Украину. Украина тоже сильный состав, поэтому я думаю, что конкуренцию они нам создадут. Крымскую команду представляют 4 спортсменки из Евпатории, Симферополя и Красноперекопска. Все они действующие чемпионы в своих городах и в округе. Однако перед стартами в Чувашии все-таки волнуются. Страшно, конечно, но все же охота выиграть там. Все же показать себя там с другой стороны. С каждых городов приезжает много людей, поэтому очень сложно бороться с ними. И очень хочется завтра выиграть. Конечно, выиграть хочется, потому что это же соревнование. Хочется показать, насколько ты сильна, и быть первой. По словам представителей крымской команды, тренируются они в обычных залах общеобразовательных школ. Таких масштабных спортивных сооружений, как в Чувашии, у них нет. Да и финансирование отличается в разы. Поэтому опыт проведения таких открытых турниров в нашей республике станет для них примером для подражания. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика.